И к другим темам. Рейсовый автобус сбил человека, сам съехал в кювет. Произошло это на 6-м километре автодороги Новокуйбышевск, поселок Речников. Пострадавший пешеход доставлен в городскую больницу. Водитель отделался испугом. По его словам, съезд с обочины – это была вынужденная мера. Он объезжал грузчиков, которые вышли на проезжую часть. Как сообщили в ГИБДД, пассажиры автобуса к медикам за помощью не обращались. Другие обстоятельства ДТП уточняются. Я старался людей спасти, чтобы не поубивать в салоне. Водитель автобуса находится в шоковом состоянии. Значит, после выяснения причин, когда он придет в себя, мы все выясним. Версий пока никаких нет, и предполагать даже не могу, потому что это будет мешать расследованию.